Всем добрый день. Сегодня по просьбе трудящихся я приперся на Сочинское шоссе. И сейчас иду к объекту, который меня просили показать. Ну а пока иду, надо же немножечко погундеть. А то ж впустую идти скучно. Уже привык разговаривать с камерой. Ну, гундежа будет сегодня много. Я не готовил конкретно речь, даже пункты не прописывал никакие там. Ну, я не знаю, как вам. Поэтому все будет хаотично. Гундеж. Дело такое. Блин, тут шумно еще так гундеть. Не очень удобно. Итак, друзья, мы идем к домику, как я уже сказал. А я хотел поговорить с вами на ряд тем. Первая тема – это обратная связь. Я практически все время говорю, что обратная связь у меня на Zen-каналах. Но в ряде случаев меня просто не слышат. Поэтому я еще раз вам напоминаю. Просматривая комментарии, я там. Да, могу и там пропустить, упустить, не рассмотреть. Поэтому напоминайте. Вот сегодня, когда я отправляюсь, вот сейчас отправлялся, я отправляюсь, точнее, иду на поиски объекта, я проковырял все сообщения, так как на листочек выписывал и потерял его. И нашел заявочку. На Zen-каналах стараюсь реагировать пооперативнее и выкладывать. Кстати, вот поиск, который сейчас, этот выйдет на канале Лазаревская сегодня ролик, а поиск, который я веду, выйдет на канале Лазаревская и все-все-все. Тоже учитывайте этот немаловажный момент. Золотой ключик, светит солнышко, погодка обалденная. И я, походу, тепло оделся. Ну, в общем, надеюсь, вы меня услышали. Кстати, иду я на Сочинское шоссе 212. Вот, это туда. Про обратную связь поговорили. Теперь, что касаемо бронирования. В очередной раз напоминаю всем подписчикам на YouTube-канале, что все вопросы по бронированию вы можете найти, точнее, ответы на вопросы по бронированию найти на сайте Azur. Для этого вам не надо далеко ходить. Вы просто заходите в описание к любому ролику, и там найдете ссылочку на этот сайт. В прямом смысле этого слова. Зашли? Нашли. Для тех, кто смотрит на Дзене, вдруг интересно, мало ли, то просто пишите в любом поисковике. Лазаревская, колораж 14, Азур, Владимир. Все. Нажали на кнопочку. Все открылось, появилось. Трудностей никаких нет. А убедительная к вам просьба, пожалуйста, прежде чем вы позвоните, для себя выясните даты полные, когда вы планируете приехать, сколько у вас человек приедет. Изучите, пожалуйста, комнатки какие, что у вас, какая комнатка интересует. Вопросов очень много бывает маме, звонков еще больше, поэтому как бы ей тяжеловато. А так, когда вы уже посмотрели, сориентировались, все знаете, вы уже более детально задаете вопросы. Вот. Теперь третья тема. Тема подписчики и жизнь. Ребят, уже на протяжении нескольких лет замечаю, что ряд недобросовестных, скажем так, подписчиков немножечко привирают. Кто-то позволяет себе сказать, что я обещал, что буду встречать где-то там в аэропорту. Сразу говорю, я никого нигде не встречаю. У меня физически не хватает времени. Мне даже домашними делами заниматься-то, по большому счету, некогда. Вот шарю с камерой постоянно. Поэтому подписчики, которые так говорят, обманывают. Убедительная просьба, уважительнее относиться ко всем. Вот подписчики, мы на сайте. А вот что касается жизни, в магазине частенько заходят. Нам Леха обещал, нам Леха говорил. Леха никому ничего не говорит, ничего никому ничего не обещает. Сразу вам говорю. Леха не прибегает по первому звонку, а то нам Леху подайте. Есть люди, которые приходят культурненько, говорят, вот мы вот, если есть возможность, тревожат Надежду Константиновну. Отвлекают от рабочих дел. А есть, которые вот нам Леху нам дайте.
Леха не выходит вообще. Я понимаю, что, может быть, это несколько дерзко звучит. Наглый, зажрался, там, звезда. Как хотите, называйте. Ну, пожалуйста, давайте будем встречаться только в ходе эфиров. Либо предварительно на дзен-каналах списываемся, там, разговариваем, договариваемся. Лехи нет возможности выбегать в день по несколько раз. А бывало и такое, честное слово. Не обижайтесь, но блог блогом, а жизнь жизнью. Я уже молчу про, как, эти, почему я поменял свой номер. Знаете, да, наверняка. Уже говорил не раз. Потому что я, друзья мои, просто устал телефон чистить порой. Особенно на какой-нибудь праздник засыпается. Просто телефон засыпается открытками и все такое. О, какая красота. Это, кстати, это дом, который я ищу. Поэтому, пожалуйста, все на дзен-каналах. Там я реагирую. Более нигде. Всем говорю до свидания. Я дошел до объекта, который искал. И мы с вами начинаем путешествие в сторону моря. Всем пока.